Всем приветики! Это видео будет небольшое, маленькое. Это видео будет видео благодарности. Сейчас зашла в Сбербанк и увидела две суммы, два перечисления. Причем оба перечисления от одного и того же человека. И они были с комментариями. Я хочу зачитать эти комментарии. Я просто хочу сказать большое спасибо за заботу, о моей маме и за такие добрые слова. Это... Перечислила деньги Ульяна, сумма большая, сумма 5000 рублей для мамочки. И сообщение. Здравствуйте, для вашей мамочки на вкусняхе, чтобы она хорошо питалась в ее прекрасном возрасте, нужно не экономить, а наслаждаться жизнью. Это настолько вот прям правда сказано. Маме тоже что-то скажешь, да? Ой, давай там не два йогурта, там, вернее, не три, а два. Надо деньги экономить, надо деньги. Но все равно я покупаю, конечно, ей все, что ей нужно. Но лишняя вкусняха, если что-то мама захочет, я ее спрошу, скажу, что ей прислали денежку, и что это только на вкусняхе. Пускай она сама скажет, что ей покупать на эти денежки. И Филя мне не скажет, но для Фили тоже пришли денежки для Ульяны. Здесь у Фильки такая интересная сумма, 1111 рублей, черепашонревская сумма. И тоже такое милое, милое сообщение для Филечки, и только для Филечки, никому, кроме Филечки. То есть вот эту сумму я буду тратить на вкусняхи для Филечки. Если есть у Ульяны какие-то пожелания, что купить, допустим, или для мамы, или для Филечки. Ну, если вы, конечно, хотите, можете написать в комментарии под этим видео. Я обязательно куплю. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. Это было очень неожиданно. И очень приятно, что кто-то, не зная нас, ну, лично, о нас беспокоится, о моих родителях и о Филечке. О Филечке редко кто, потому что кто-то любит кошечек, да, там, пухнастиков, свиночек, но кто-то любит и черепашек. Черепашка Филька тоже у некоторых людей в любимчиках, так что я так понимаю, что Ульяна любит моего рептилия. Сейчас я его покажу, кстати, чем он занят. Заглянем к рептилию. Ну, рептилий тут поел, но сегодня я много, ему прям целую гору, поэтому он не доел. Но еще, может быть, покушает. Филечка, передавай Ульяне привет уж. Как-нибудь помаши лапкой. Помаши лапкой как-нибудь. Это так это привет, привет. Спасибо, Ульяночка. Спасибо, босое. Вот, ну все. Видео благодарности такое небольшое. Я вас очень крепко обнимаю. Очень благодарю. Прям низкий вам поклон. Спасибо большое. И всего вам самого-самого доброго. Это Мася там шариком звенит.